Помощь новгородским товаропроизводителям по вхождению в ассортимент федеральных торговых сетей стала темой разговора губернатора Андрея Никитина, главы регионального Минпромторга Ильи Маленко и мэра Сергея Бусурина. В нынешних условиях это весьма актуально. Губернатор предложил мэру Великого Новгорода на период введения ограничительных мер в регионе вернуть так называемую уличную торговлю, только с одним условием. На прилавках должна быть продукция новгородских фермеров и производителей. И обязательно с соблюдением санитарных норм. В перспективе организовать такие торговые точки во всех муниципалитетах. В Великом Новгороде они будут располагаться преимущественно в спальных районах. Знаю, что, конечно, в перспективе никто не хочет, и я не хочу, чтобы у нас города наши превращались опять в скопище каких-то ларьков. Люди переживают, люди волнуются, да, там кто-то хочет потратить свои деньги и купить больше продуктов, а наши фермеры обладают возможностью, в общем-то. А мы людям должны дать такую возможность. Сергей Бусурин пообещал помочь местным фермерам и товаропроизводителям. Пользуясь случаем, градоначальник обсудил с Андреем Никитиным вопрос того, как потратить московский подарок на 1160-летие. Мэр предложил направить 100 миллионов рублей не на благоустройство улицы Федоровский ручей и части Большой Московской, как планировалось ранее, а на модернизацию системы освещения в городе. Это сократит расходы на электроэнергию, а сэкономленные деньги можно будет потратить на приведение в порядок запланированных улиц. Губернатор такое предложение поддержал.